вопросы, да и работаем над ним. Я вам сейчас расскажу про свой титанический театр. Что на значит? Новый. Так. Поближе. Да. Не низко. Черт. Как вот эти рарамки все-таки мне не мешают. Зачем за собой? Каждое мое открытие величайшие это события. Нет, у вас, а у меня их, слава богу, что я штук по тысяче из моих. Да и бывает, на самом деле. Ну, такого не видал. Да, даже я. Какая мета летит к планете Земля? Что вы говорите? И врежется в нее точно в мишень. Мое время драгоценно, как ваше время вообще очень дорого стоит. Самое дорогое во время, между прочим. А отвечу на любые вопросы. Ну вы большой специалист, Андрей. Но не сейчас. Летит же, она же не летит. Она же упадет. И тогда нам всем. И пока вы зазнаете, что комета это как космическое тело. Несущая за тобой хвост, как космический пупы. Да. Если она вся вязнется, то нам все.